Ребят, всем привет, это наше новое видео. Сегодня мы сняли немножко другой формат, это двойное свидание. В общем, все увидите сами. Не забывайте, пожалуйста, про комментарии, потому что сегодня в комментариях я разыграю деньги. Пишите, буду счастливчиков выбирать и отвечать. Я жду ваших лайков, жду ваших комментариев. Желаю вам приятного просмотра. Погнали. Сегодня я вам расскажу про такую компанию, как Senji. С их помощью вы сможете заработать денег. Недавно они запустили такую программу, которая называется Senji Fast Test, специально для тех, кто сомневается в этом. Суть идеи в чем? Вы закидываете минимальную сумму, это $50, это реально маленькие деньги. Вы запитываете $50, и спустя 30 календарных дней ваш депозит, ваши $50 увеличится на 20%. Все легко и просто. Сейчас я подробно расскажу все про них, не переключайте. Все просто. Вы приходите по ссылке в описании, регистрируетесь в личном кабинете, выбираете для себя программу Fast Test, подписываете договор и вносите минимальный депозит $50. Всего через 30 дней вы получаете свой депозит плюс 20% дохода. Ссылка будет в описании. Переходите, регистрируйтесь. Привет. 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 Вика, очень приятно. Ну, слушай, буквально 5 минут подожди моего друга, хорошо? Он сейчас подъедет, и мы поедем посидим. Хорошо? Не против? Он просто, походу, в пробку попал. Сейчас я ему позвоню, спрошу вообще, что да как. Вообще, так, честно, это первое ваше двойное свидание? Ну, двойное, да. А были когда-то двойное свидание? Нет. Ну, я нет. Нет? Ну, я не знаю. Ну, я надеюсь, что будет прикольно, потому что я сам тоже никогда не был на двойных свиданиях, но для меня это тоже в новинку. Сейчас я вам позвоню. Алло. Джаваншир, ты где? Я еду сейчас в заправку, заеду сейчас, по дороге мне заберешь у этого, есть конструктор. Мы тут стоим, Ничего себе. Мы тут стоим. Я тебе скину сейчас, давай переезжай сюда. Так может ты подъедешь, ты же на машине. Ладно, давай сейчас подъеду. Давай. Приехал. Вот так вот это смотрел со стороны, ребят. Он проехал нас сейчас. На машине? Но сейчас он развернется. Джаваншир. Федя, да. Открой багажник, я положу самокат туда. Привет, здравствуйте. Открой багажник. Давай. Сейчас я быстренько положу багажник. Машина. Прикольно. Он что, теперь здесь сядет со мной рядом? Да. Ну ладно, господи. Веселый дружище. Зеркала у них нету. Здравствуйте. Здравствуйте. О, очень приятно. Извините, опоздал немножко просто. Ехал пробки, блин, сейчас. Самоката чисто, столько много вообще сейчас. Долго ехал? Это Джаваншир. Меня зовут Джаваншир. Вас как зовут? Марианна. Марианна, какое красивое имя, Марианна. А вас как зовут? Вика. Очень замечательный. Очень приятно. Ой, блин, вообще холодно сегодня на улице. Ой, да, это. Вы замерзли? Я вообще замерз, честное слово сказать. На улице такой погоды не поймешь. Москва, хорошая погода, солнце показ, потом на! И резко все. И потом дождь идет, холодно везде. Да не бойтесь, Марианна. Марианна, честно сказать, сегодня я подготовился. Сегодня я ехал, по дороге зашел. Вон конструктор зашел, я быстренько. В общем, этот подарок от меня вам. Ой, да что да вы, да хватит, надо, Марианна. Ну, я вам лично от себе подарок хочу дать. Подарок очень ценный, честно сказать. Вот это всякий бирлян, это не играет роль. Не показывают, какой он человек. В общем, вот этот красивый вот подарок я хотел бы вам подарить от меня лично. От меня лично, пожалуйста. Ой, это... я так люблю готовить. Вот, тем более я знал. Я буду готовить. Я знал, что вы... Это вот этот, банча открывашка. Вот да, такой. А я люблю огурцы. Осторожно, вот, пожалуйста. Огурцы. Огурцы тоже. Да. Любите, да, огурцы? И помидоры. О, я сделаю. Все. Возьмите, да. Это вам подарок, ой, чтобы спасибо. Много-много банки соленые, там помидоры, хияр, все делали. Хияр. Да, знаете такое слово?
Первый раз слышу. Первый раз? Да. Ничего, ничего. А вам моя сумка не мешает? Нет, не мешает. Можно она здесь? Между нами расстояние, конечно, немножко она делает. А так не мешает, честное слово. А вообще, Джамашев, ты был когда-нибудь на двойных свиданиях? Каких? Двойных свиданиях. Двойное свидание. Честное слово, первый раз я такой. Я обыкновенно один на тета-тета встречались. Тета-тета, да? Тета-тета, а что это такое? Ну, это один дношка, когда встречается, один вместе на улице другого девчонка видит, приходит, она гуляет где-то там. Вообще не важно, это дальше уже идут у меня плохие мысли, ладно. Этот, девочка как зовут? Вероника. Вероника, да. Вика. Ой, Вероника. Вика. Спасибо. Извини, пожалуйста, я просто чуть перепутал. Я вот Марьяну сразу запомнил, а ты, блин? Марианна. У меня две имени. Серьезно, Мария да. и Анна? Да, конечно. У меня ты тоже. Не знал? Нет, я вот теперь знаю. У меня тоже два имени. Дзаван и Шир. Дзаван это молодой, а Шир это лев. Ты знаешь или нет? Серьезно? Да. Это прекрасный язык азербайджанский. Знаете такой язык? Да, я слышал. Вот, такой есть язык. Что, Федя, куда сегодня? Ну, сейчас поехали, может быть, ресторан посетим. Ресторан? Ну какой ресторан? Ресторан. Сейчас какой днем ресторан? Ресторан вечером ездят. А мы. Сейчас можно какой-нибудь Макдональдс зайти. Нормально. Вы голодны? Марья Анна. Нет, спасибо. Марья Анна, какое имя вообще? Да. Как будто, знаете, два мы с вами этих. И королева, и король. Заванщир и Марья Анна. Как звучит, да, Федя? Да, да. Да, а это принцесса Вероника. Ой, Вика. Вот после этого теперь постоянно буду Вероника говорить. А вы чем, Марья Анна, занимаетесь вообще вот так? Я работаю. Работаете, мой. Вы со мной будете работать, не будете, честно слово. Вместе будем, работать вы не будете никогда. А где работаете? Мастер маникюр. Мастер... Прекрасный мастер маникюр. У вас, я вижу, красивый маникюр. Это никогда не было двойного свидания. Двойное свидание? Я тоже не был. Ты постоянно говорил, возьми подругу, спросил, у меня подруга есть? Ой, извините, извините. У него просто здесь иногда щемит тут нерв. Я ему поэтому, ему надо массаж нужен. А, да? Да. Чтобы вы знали, да, Вика? Марьяна, массаж не нужен тоже? У вас нерв нигде не щемит? Нет, нигде. Я ну просто... смотри, ты есть что? Когда познакомился с Викой. Викой? Кто? Я. Кто? Ты когда познакомился? Да, ага. Познакомились с ней на Тиндере. И когда я показал тебе, ты спросил, он сказал, спроси, у меня подруга есть? Конечно, без меня. Ну ты же сам спросил. Хватит, хватит тебе, хватит. Все, все. Марьяна, такого не было. Просто так произошло, что Федя сказал, вот я встретился, приходи тоже, да? Я быстро по дороге подарок купил, пришел. Подарок вот. Хороший. Хороший это банча, закрывать все быстренько. Дома сейчас, это в основном зимой, да, и на зиму, чтобы все готово было. Закрываешь банча, все. Помидоры, там баклажан просто покупаю. Ты любишь, да? Я люблю, конечно, помидоры люблю. А что бы вы хотели бы сделать? Куда вы хотели бы сходить? А давай, дорогой мой, Макдональдс. Давай спросим у них, может быть, они... Куда Макдональдс они хотят? Марьяна, куда хочешь? Макдональдс, говоришь, видишь? Пойдем по дороге Макдональдс. Поедем. Вот. Рестораны закрыты, да? Ресторан сейчас, честно, закрыты сейчас вообще. Днем только Макдональдс? Макдональдс сейчас только днем. Вечером, ресторан вечером пойдем. Да, Марьяна, сразу спешащие события, сразу ресторан. А по каким ресторанам вы ходите в основном? Какие рестораны? Нет, они, да. Ты-то я знаю, пчел. Заткнись, блин. Кафе «Пчелка» самый хороший ресторан здесь в Москве, блин. Кафе «Пчелка» какой ресторан? Ты был хоть один раз? Хоть один раз ты такой видел этот, как обслуживание? Как кафе? Кафе «Пчелка» один раз открылась. Все. Вот так соберемся, кафе «Пчелка» там наше. Где это на Варшавском шоссе находится. Варшавском шоссе там наши ребята открывают. Ваши? Наши ребята. Наши, да, ребята, знакомые мои. Сами Андер, Рафаэль, их кафе «Пчелка». Нет. Там... Почему пчелка-то? Потому что там много меда бывает, как медом намазано. И все там летают, да, возле него? Постоянно. Как... Все вкусно. Конечно, как Марьяна придет, так все, все приходят. Все. Как медом намазано. Я ничего не вижу, мед. Интересный.
Поэтому такой готов чёрка. Ребята тоже, они оригинальные ребята. Рафаэль, Санендер, они очень оригинальные ребята. Они не просто так назвали кофейный чёрка. Ладно, неважно. Макдональдс едем? Да, да, мы едем. Всё, по дороге посмотри Макдональдс. Марьяна голодный. Блин. Нет, а вообще куда вы ходите, ходите обычно Марьяна с Викой? Какой? Ну, мы разные ходим, мы во все ходим. Не, ну, например. Впереди камера на разметку. Интересно. Какой, например, имя? Угу. Может быть, мы там были. Какой ресторан? Чайхана считается. Чайхана? Чайхана номер один. Огнибо. Огнибо. Она мне мое сердце прям спустило. Огнибо. Прям спустило? Да. Прям спустили мое сердце. Надо подкачать. Как-нибудь это ладно, все не может быть. Уже идет в другую сторону разговора. Пойдем сейчас закажем. Марианна, я вижу, живот гур-гур делает. Гур-гур делает? Нет. Не делает? Слышал, слышал, гур-гур наделал мне там. Кушать хочу, кушать хочу. Слышал, слышал, сейчас пойдем мы тебя накормим. Один хороший комбо-мак ядреный вот такой. И хороший, кушаем. Пойдем. Вика, ты не голодный? У нее живот гур-гур делал? Не слышал. Ну смотри, еще слушай иногда. Я вот слушаю. Как внимательно. У нее прям симфония там уже. Гур-гур делает. Голодный, голодный. Это я понимаю, ничего. Давай. Пойдем сейчас. Быстренько. А вы спортом занимаетесь? Спортом? Конечно. Марьяна, вижу, подтянутая. Мускул покажи. Мускул покажи. Ну-ка, двоечку. Молодец. Молодец, спортсменка она. Мускул есть, молодец. Тоже немножко. Мои побольше, чем твои. Что именно? Бицепсы. А, у меня тоже тебе Вика перевела. Ага, не бибикай мне здесь, блин, конструкцию. Не знала? Нет, честно слово, Марьяна, вам очень повезло со мной. Я, честно, не каждый девчонкам, девушкой общаюсь, честно. Я сам этот однолюбовник. Ой, однолюбник. Однолюб. Да, вот такой я. Мне самокат не думает, то, что я бедный. У меня у самого Мерседес есть был. Я его продал. Я его просто недавно продал, самокат купил. Чуть-чуть пока катаюсь, спортом занимаюсь. У меня, конечно, электрический. Электрический. Ну, я спортом занимаюсь, да, да. Так что, бицепсы накачать, как у меня? Вас, конечно, нет, до вас еще далеко. Бицепсы у вас... Вас сильные будут бицепсы. Не, у меня бицепс, я тоже качаю, у меня перес. Не, уберу я его, на самокат уберу я его быстренько. Самокат убирает живот? Самокат, конечно, убирает. Не только живот убирает, колокольчик. Что ты мне хочешь сказать, чтобы я ездила на самокате? Я тебе сам покатаю, а зачем тебе кататься? Пойдем, честно, спробуй, я Феде сразу сказал, садись, все девчонки, садимся, ко мне самокат и поедем. Он сказал, нет, нет, я не знаю, что, как будто, блин. А мы поместимся? Конечно, все поместились. Один руку, другой, второй руку. Честно слово, я говорю, девчонки же не такие, какая им разница. Что это было? Что это было? Это что было такое? Это живот, что ли, гур-гур делал? Ты что, совсем что ли? Вообще, где? Срочно кушать идем. Не толкайтесь, пожалуйста. Извини, извини, дорогая моя. Какой у тебя блестящий сумка? У меня такой же, это туфли есть. Такой лакированный. Красивый сумка, какой у тебя здесь. О! Красный бир. Это? Осторожно, это чтобы не сглазили меня. Серьезно? Да. Не-не, чтобы не сглазить, есть другое. Да? Да. Джоз Даян, Джоз Эксексон, Джоз Даян. Ту-ту! Вот это все, любой вещь сразу. Резко, без глаз, кто глаз попадет, того глаз выколет, пусть вышел глаз. Туда? Вообще, внутрь. Нет. Внутрь? Ну, внутрь куда-нибудь, да, ну туда, внутри. Честно, помнишь, музыку послушай. Музыку? Блин, романтически давай музыка. Давай. Давай. Ты включишь? Конечно. Этот у меня раньше просто Samsung был Android. Android голосовуна. Сейчас у меня этот. Bluetooth. Сейчас. Как назывался тебе? Bluetooth Music. Bluetooth Music. Тебе помочь? 连接成功。哦，连接成功。 Читайский, ну, мачен, видишь? А у меня оригинальный немецкий самокат. Ну ты так и не прокатил? Как будто кафе пчелка. Красивая музыка. Это называется
не передумал, реально так называется. Хорошая песня. Это джаз. Это саксофон? Это, да, такой. Что ты сказал, блин? Я такими вещами не занимаюсь. По телефону. Не важно. Тебе моя рука не мешает? Нет, она даже как-то далеко от меня. Честное слово. Марьяна, сказать вам, я когда вот проехал мимо самоката, вас увидел. У меня сразу бегемот внутри. Как сказать? Какой бегемот? Ну, у меня внутри как будто вот эта эмоция. Бегемот есть, у меня его называю Махмуд бегемот. Бегемот Махмуд его называю. Он такой, знаешь, интересные вещи начал в моем животе делать. Я не знаю, что это. Романтический парень. Это не бабочка. Вообще стихотворение расскажи. Это не бабочка. Это бегемот Махмуд. Куда я бабочка, куда? Я не смотрел, что такое нелепый, не лапый. Нелепый, говорят. Нет. Чобут, как говорят на русском? Полный. Не полный, чобут. Необразованный. Какой? Ты что говоришь? Вообще такой пензяк, вот деловой мадам, да? Я тоже на пензя ношу. Спортивный люблю сразу. Со спортивным. Вот у вас не спортивные штаны. Со спортивными штанами у вас пензя очень хорошо подошел. Я сам так увлекаюсь, иногда смотрю интернеты модели, там их смотрю. Таких? Ну разных там. Модели смотрю, они там разные бывают. И в общем, вот так иногда их стиль смотрю. Ну там разные есть. Вот так спортивные штаны с этим пиджаком очень подошли. Блин, рубашка. Вам все очень... А так классно с ним. Деловой. Спасибо. Вы как этот Анджелин Джоли. Только Марианна Джоли. Спасибо за комплимент. Да не за что, не за что. От вас-то я комплиментов не дойду сегодня. А вы... Рок не умрет, металл не заржавеет. Тут у тебя белый, красивый, не красивый. Просто здесь длинный, здесь маленький. Как будто я и Федя. Это для работы. А? Что? Это для работы. Для работы? Да. А, фотографии. Реклама, да. Фотографии. А, понял. Один длинный, другой короткий. Да. Как будто вот заманчили Федя. Вы же весь вечер общались. Что? Мы с Викой не пообщались. А, Вика общается. Не общается вообще. Просто они такой общаются. Общается-то она. А что, мы старые? Нет. Просто они малолетки. Кто? Малолетки. Малолет? А сегодня едем концерт. Какой концерт? А, сегодня вечером концерты Эдаля Чучура выступает, Кто это? И это бокал вина мой полон, вопросов тебе омут. На этим язда ахыр гюльфаис жаленда солор, на этим бу дуньяда. Ой, блин, вечером туда едем. Марьяна, мы едем сегодня концерт. Сейчас я один билет нам концерт закажу. А где концерт? Куда сяду? Если один. Какой? Куда? На самокате поедем вместе. На самокате поедем сегодня. Марьяна, нам билет нужно сделать. Сейчас я позвоню. Нам два билета надо. Два билета? Нет. Два билета, ну... Может быть, четыре? Мы вчетвером пойдем? Дорогой мой, сам покупай. Сам покупай. Я Марьяна билет покупаю. Все, понял. 5000? Нет, билет... 5000, это нам скидка делали, да, еще? А я должна заплатить? Не, а да там не, какой ты заплати? Блин, зачем так говоришь? Какой, почему ты должна платить? Ты хочешь сами платить? Мы. Ты что-нибудь взять? Мы заплатим? Нет. Как мы? Ну смотри, Марьяна, сразу хочешь, чтобы я тебе платил, может, ты меня вообще не любишь. Мы пойдем, может, ты меня вообще не используешь. Пойдем вместе немецкий счет сделаем, да? Один половину ты, другой половину я. 5000 билет стоит, один час, 5, 2 часа почтим 10 тысяч. 10 тысяч, 1000 рублей дам, я 9 тысяч даже. Ты чего, да зачем, блин, так начинаешь? Пополам ровно делим, немецкий счет. Но это не пополам. Как это не пополам? 1000 ты, 9 я. Это не пополам, это не по понятиям. А мы можем отложить на завтра? Отложить завтра, да, я скажу Адаля Чучурова. Слушай, Марьяна говорит, сегодня давай не будем. Завтра переезжай, хорошо? Завтра она пойдет маникюр сделать, мы пойдем купим билет. Рам хочет вечером. Нет, вот вообще поедем. Вы рассчитывали на что? Вот мы встретились тут вчера, на что вы рассчитывали? Ну, посидеть, общаться. Просто посидеть, общаемся. Ну, мы сидим, общаемся-то. Ну, хорошо. Ресторан, они не хотят ресторан. Ну, ты предложил ресторан. Ресторан вечером мы с тобой идем. Они сами понимают, куда хотят. Вечером ресторан, Адаля Чучуров, мы с тобой вместе сидим, пьем айран. Айран разве дают в ресторане? Конечно, дают. В нашем дают.
У нас потом две лепешки закажем с майонезом. Потом Франц... как ты любишь майонез. А сосисок не будет? Сосиски будут. Сосиски тоже будут. Но без майонеза сразу сосиски хочет. Вообще такой интересный. Сразу сосиски. Чуть-чуть лепешки, майонез, а потом еще сосиски кушаем. Нельзя. В общем, не важно, там сексуальный джаз играет на фоне. Вот, сексуальный джаз. Так вот, когда он приходил, у нас покупал турсик майка, за 50 рублей прихожу в спортмастер. Нежно поднимаюсь по спортмастеру, по эскалатору, захожу в турсик майка отдела. Смотрю, турсик майка стоит ровно 500 рублей! С ума сошел, что ли, блин? Людей настолько обманывают. Тебе, если что-то надо будет, приходи ко мне на рынок. Сейчас. Скоро буду. Жди. Угу. Да. В смысле? Что там? Вы извините, но мне надо... Кто звонит? Отойти. Отойти? Туалет хочешь? Мама позвонила. Мама звонила? Да. Нет, Путин звонил. Чувак, куда идешь? Мама позвонила. Вечером надо, мы с тобой видимся. Надо срочно. А вечером мы давай... Перезвоним, ты мне перезвонишь. Номер, ты мне позвонишь, и мы с тобой увидимся. Я Федя твой номер возьму. Хорошо. А какой номер у тебя? Перезвонишь мне, точно? А как? Я тебя ждать буду просто. Подожди, твой телефон как сделать? Подожди. Остановиться мне? Слушай, можно твой телефон? Мне я телефон потерял. А я потом как домой дойду? Меня мама же ждет. Не, я быстро телефон свой позвоню просто. У меня телефон свой потерял. Не могу найти где-то здесь. Нету. Ладно, Марианна. Было приятно познакомиться. Я пойду? Да, хорошо. В общем, я вам позвоню или вы мне позвоните? Да, куда позвонишь мне? Через голубя отправишь? Да. Да, хитрый Марианна. Ладно, ничего. Ладно, ребята, счастливо. Ладно, счастливо. Спасибо за подарок. Забирай, забирай, банча будешь. Я помидор хороший, ядреный, вкусный. Потом мне дашь еще банча. Хорошо, когда закроешь? А это что? Банча. Главное, соленый слишком не делать. Чуть-чуть продержи кипченую воду. В общем, я ты тебе... Ты даже умеешь готовить? Ты а ты меня научишь? Я тебе банк закрывать научу. А-а-а. Научу тебе. Ладно. Хорошо, девчонки, тогда на связи. Обязательно увидимся. Да, хорошо? Обязательно. Давайте. Все. Хорошего маникюра, хороших длинных волос. Спасибо. Давай. Счастливо, мальчик. Счастливо. Пока. Мяу-мяу. А что мне ты не хочешь? Она надо два раза ее. Мяу-мяу-мяу. Машину позовем. Алло. Ты далеко? Вы далеко уехали? Вы можете, пожалуйста, попросить остановиться, потому что, блин, мы хотели, я просто хотел тебе рассказать, мы просто прикалывались, короче. Ну ок. Что ок? Нет, не в смысле, не в том смысле, чтобы мы прикалывались, в плане прикалывались, а в смысле, типа, мы снимали видос на YouTube. В общем, Вика, вы где сейчас, далеко? Подожди, стой, а вы далеко? Не особо далеко, нет. Давайте скинь позицию, мы сейчас подъедем туда. Хорошо. Это я их нашел. Это я их вернул. Конечно, я все объяснил. Ну, это Эльвин. Близкий. Здравствуйте, Марианна. Брат, у меня живота нету. Откуда ты спрашиваешь? Подожди, у тебя волосы застряли. Ой. Ой. Блин. Это у вас так выпрямление делают? Да. Короче, мы... Это Эльвин, он не Тимошир. Я, в общем, молодой человек. Нормально. Не лев? Не лев, да. Ну, он а лев. А так, двойное свидание как вообще рассматривать? Можешь как-нибудь? Не, короче, мы просто прикалываем, честно, это первое наше, второе свидание. Первое наше свидание вдвоем. Вот, вам как? В общем, мы, это такой, как бы, пранк, у нас свой YouTube-канал, мы снимаем. Я ему объяснил. Объяснил? Супер. Вот. Вы не против, если мы это выложим на YouTube? Выкладывайте. Да? Нет. Не против? Нет. Ну, ладно, вдвойное. Ну-ка, скажи. Совместно. Не против? Нет, хорошо, а вы еще пойдете каких-то на двойное свидание? На двойное свидание что-то? Нет. Не пойдете? Настоящие? Да, настоящие. Она какой? А что у нас? У нас было настоящее свидание. Просто чуть-чуть с изюминкой. Понятно. В общем, реально, спасибо вам. Если как-то задел, никак не задевал? Никого не обидели? Нет, все хорошо. Точно? Зато настроение хорошее. Пойдем сейчас маникюр. Пойдемте этого таксиста отпустим и поедем. Я вас отвезу. Ну давай, я тоже. Да подожди, ты куда? Я?
пойдем тоже, да, провожу? Таксист, я их отвезу. Таксисты скажут. А, да. Ой, блин, такой... Вообще запереживался. Закрой дверь.